А у нас настоящий шаманский коллектив, мне так кажется, в нашей студии. Видан Калот. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Немного утро. Мистики добавим этому воскресному утру. Здравствуйте. Такие немного не выспавшиеся, но все равно мистические. Что значит Видан Калот? Вещее дерево. В переводе со старославянского. Да. Ага. Вы вообще такие, да, адепты, пропагандируете славянскую культуру и играете на очень необычных музыкальных инструментах. Большую часть из которых сами же и изготавливаете, это правда? Это правда, да. У меня есть мастерская, которая изготавливает инструменты и на продажу, и для нашей группы. Можно рассказать об инструментах, которые сейчас у вас в руках? Что это? Ну, вот. Это бузуки, это колесная лира, по-русски, по иностранному харди-гарди называется. Это барабан разных народов, он имеет разные названия. А бузуки, ну, очень похоже на, я не знаю, на домру, наверное, да? Это близко. Похоже, близко. Но такой инструмент я вижу в первый раз. Но на самом деле, это инструмент очень популярный во всех странах сейчас. Он практически как гитара уже используется. А, даже в так. В группах, которые играют средневековую музыку. Угу. Ну, а вот те инструменты, которые вы создаете, вы же все-таки откуда-то черпаете вдохновение, да? Смотрите, какие инструменты были тогда, и потом по образу и подобию, или это что-то вообще совсем новое, чего еще никогда не было? Нет, я, конечно, использую в основе оригинальные инструменты, но добавляю от себя авторские некоторые элементы, так сказать, конструкции. А музыка-то не сохранилась, да, славянская, совершенно ни в каком виде, ни нот не было, да, у нас, ничего. Как вы ее воспроизводите, откуда это берется? Ну, допустим, альбом «Наш слово о полку Игореве», то есть взят текст древнеславянский. Древнерусский. Древнерусский, вот Даша лучше объяснит. Текст древнерусский, музыка народная. Музыка народная. Музыка, Таня с Валерой придумывали, потому что как раз вот музыка-то не сохранилась, да? Это именно на том альбоме. А другие, мы, например, наоборот, берем народную песню, которая сохранилась в записи, и ее обрабатываем под народные инструменты. Коллективу вашему уже 11 лет. День рождения. Да. Скоро или был только? Уже был, мы вчера уже отпраздновали, поэтому не выспавшись. Поздравления. С Новым годом. И вышел новый альбом, да, насколько я понимаю? Нет, у нас альбом последний, называется «Городище». Он вышел в 2014 году, мы его презентовали. Сейчас будем очень медленно писать новый альбом. Да, у нас их 6 лицензионных альбомов, куча сборников, куча разных поездок на фестивали. Вообще и так видно, далее. Что люди такие спокойные, умиротворенные. Спокойные. Да, я даже тоже как-то, знаешь, так это успокоилась. Такая славянская сейчас. Медитация, мне кажется, сейчас состоится. И сейчас все, кто еще не знаком с творчеством этой великолепной группы, мы услышим их в прямом эфире Live 78. Это коллектив Видан Калот у нас сегодня в гостях. Прошу.